В Москве во дворце спорта «Динамо» на улице Лавочкина стартовал первый тур финального этапа молодежной волейбольной лиги. 6 лучших команд по итогам регулярного чемпионата начали борьбу за золотые медали. Все в равных условиях, так как очки, набранные в регулярке, не сохраняются. Молодежная команда «Факел» лучше всех прошла непростой график предварительного этапа. Из 22 игр уренгойцы проиграли всего лишь одну. Такой результат дает «Факелу» право проведения второго, заключительного тура на своей площадке. То есть в период с 11 по 17 марта в новом Уренгое будет выявлен чемпион этого сезона. Верится, что поддержка родных болельщиков нашей команде будет обеспечена достойная. Если честно, даже не ожидал, что так сложится, что из 20 игр всего одну проиграем. Потому что все равно... Люди молодые. Очень тяжело, конечно, потихонечку приучаем их к тому, что мы хотим видеть в рабочем состоянии, чтобы тренировочно, не только игровом, но надо еще учиться тренироваться, работать. Ничего, нельзя сказать, что все получается. Очень много проблем в командных действиях. Даже в сегодняшней игре просто было видно, что с доводкой проблемы, защитные действия, подстраховка своих нападающих. Но это в таком возрасте, это нормально, надо работать, объемами брать, пока не наработаешь, пока время не пройдет, этого не будет. Ну а так, конечно, работа сделана, в принципе, регулярный чемпионат выиграть, большое дело, ребята хорошо поработали. В Москве, кроме «Факела» и хозяев тура столичного «Динамо Олимп», также выступают «Дюшор Локомотив» из Новосибирска, сургутские «Звезды Югры», «Белогорье 3» из Белгорода и уфимские «Беркуты Урала», которые в первый день сухим счетом уступили столичной команде. Следом Новосибирск оказался сильнее Сургута, а «Факел» в трех партиях разобрался с Белогорьем. Нормальное состояние. Сейчас еще день. Вчера очень трудно было, потому что снегопад сильный пошел. И у всех состояние сонное вообще было. Мы же как бы с юга приехали. У нас плюс 15, а тут тяжело еще. Завтра еще третий день будет, вообще тяжело будет. Потом полегче, вкатимся. Борьба в финале только начинается, но очки терять нельзя. Участники проведут всего лишь по 10 игр, и на такой короткой дистанции любая сечка может аукнуться при подсчете очков в конце чемпионата.